Всем привет! В этом видео я хочу рассказать, что означает пункт ориентация в смартфоне Xiaomi. Этот пункт находится в меню быстрого доступа. Давайте посмотрим на него. Вызываем шторку. И видим пункт ориентация. Что это значит? Это автоповорот экрана. Когда вы меняете положение смартфона с вертикального на горизонтальное, меняется и ориентация изображения на экране. Соответственно, с вертикального на горизонтальное, либо наоборот. Обратите внимание, что в данном случае функция включена, а не выключена, как можно было бы подумать. Если мы нажмем на кнопку, то функция будет отключена. Она отключена. Давайте нажмем еще раз. Функция включена. Давайте я покажу, как она работает. Возьмем какое-нибудь приложение. Пусть будут настройки. Переворачиваем смартфон. Функция работает. Это и есть ориентация или автоповорот экрана. Если вам помогло это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ссылку на текстовую версию я оставлю под видео.